Как думаете, что именно является самым главным элементом визитки? А пока на сцене выступает ССО «Огонь», попытаемся ответить на данный вопрос. Бойцы этого отряда всегда на стиле, они ходят в черном. Это их отличительная черта. А также утверждают, что нацелены на качество работы, поэтому они не считают сломанные инструменты, которые разлетаются на щепки во время их смены. Им просто некогда этим заниматься. Ребята еще ни разу не забывали пропуски на работу по одной простой причине. Они еще не выходили на нее. На минуточку, общий рост бойцов отряда составляет 1676 сантиметров. Но это не помешает им прыгнуть выше головы в своем выступлении. Сэнсвилл Огонь по результатам 2020 года стал лучшим отрядом по совокупности показателей в Москве, а также лучшим студенческим строительным отрядом Московской области в 2018 году. История — это наш пройденный путь. Завтра наступит наше будущее. Но главное, что сейчас — наше настоящее. Предлагаем вам окунуться завтра. Студенческий строительный отряд «Огонь». Встречайте. Они покажут, что будет происходить дальше. Создают невозможное, забирают знамя Москвы. В ковидный год закрылись объекты. Вопреки всем обстоятельствам, отряд выезжает на стройку в Воронеж и делает то, что просто нравится. А 21-й год? Что было в 21-м году? А что будет в 21-м году? Вы узнаете здесь. Мы просто хотим добить людей, с кем-то.
вами выступали люди огня. И всех орудий!